Наступило утро, ночью ветер был сильный, порывистый, снег шел немного. Сейчас еще видно, тоже идет. Там здесь нету, там вот идет. Лед тонкий, намерзло где-то сантиметра полтора, что на улице тепло. Сейчас посмотрим, что у нас там есть. Так, у нас к одной привязано. Да, да. Низ не привязан. Не-не. Вот этот шнур отвязывайся. Да ну. Да ну, ребята. Идет спокойно. И непринужденно. Непринужденно, да. Отсутствие результата — это тоже результат. Рыба, карасик. Неужели? Карасик. Неужели? Первой сетки первый карасик. Ну такой. И в конце попался. В самом конце попался. Ну, тут еще погода может сыграла, да. То что ветер такой сильный. Посмотрим, что будет дальше. Да, она уже заканчивается. Ну, имею в виду другие сети. А, вот и все. Ну, с каждой сети по карасю, в принципе, очень даже неплохо было бы. Ну, да. В сети не идет. Решили вот окуней половить. Ну, вот так вот. Что-то там ловится. Что-то ловится? Ну вот, погода. Погода. Ветер сильнее еще стал, что по рыбе вообще. Ну так вот клюет, конечно. Мелкий. Мелкий окунь. Пустых лунок, правда, нету. 1-2. Наверное, еще маленько половим. Мы скоро уже домой собираемся. Погода только портится. Собираться. Ну, окунь в основном, две щучки маленькие совсем. Ну, вот самый крупный окунь. Вот он. Остальные все маленькие. Ну, смотрим, что здесь у нас есть. Вот так. Сетку помыли. Да. В воде. Как бы постоял. Вот один. Один в этой сетке, но как бы уже второй. Как бы уже два, да. Не как бы два, а два. Ну это да, вот это крупный, он не на этот номер. Как бы там тяжело, конечно, запутаться в этой сетке. Сетка 50. Ну, карасик на 65 примерно точно. 65-ка для него самое то. Ну голова-то пролезла, зацепилась. Ну голова-то да, вообще так вот. Такая щучка. Да, щучку выпутать, конечно, тяжело. Зацепами. А кто говорил, что будет легко? Мы ж не ищем легких путей. За ночь мало замерзло. Тепло. Да уж. Третий раз закинул старик невод в синее море. А нет. Ха. Карасик один. Одна сетка, один карасик. Да. В общем. Стабильность. Стабильно. В общем, если два десятка надо карасей, надо 20 сетей установить просто вечерком. И с утра у вас 20 карасиков. Чистокровная китайка. Погода, я боюсь к сети подходить. Ну, погнали.
тяжело идет. Что-то дергается, и очень хорошо дергается. Во! Вот тебе и китайки. Вот уже парочка. Сладкая парочка твикс. Покажите ваше счастливое лицо. О, счастливые глаза. Счастливое лицо. Но эти, если болтались, я рукой чувствовал. Сейчас идет. Ох, 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 гирляндочка. Это радует. Посмотрите, какой карась. Широкий. А икры в нем? Широкий такой, смотри. Ну, пара таких есть, да, вот один, второй, ну, таких вот еще один. В принципе, такой же, это вообще круглый, как шарик. Сковородка. Да, наш размер, наш формат. Наш форматик. Наш. Вот это наш формат. Вот еще, ой, вот еще ним, больше, смотри. За ним мы сюда и приехали, в принципе. Вот. Где-то что-то там это можешь рвать не хватает. Да, там страшно. Волосинки. Ну-ка, сети-то мои рвать можно. Во! 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 Вот он. Ребята. Вот он. Это такой кайф, поверьте мне, видеть такую живую рыбу. Большую такую рыбу. Ха! Да ты посмотри. Какой кайф, правда. Ё-моё. Да. Да. Дергается, блин, хорошо дергается. Мелочь какая-то. Уже мелочь. Бойкий карась, он еще один сидит. О, какой хороший. Посмотри, они прям кажутся бархатными. Угу. Упитанный карасик. Да. Вот еще. Что там? Какой карась. Вот это карась. Блин, вы представляете, сколько здесь икры? Тут можно наесться только одной головой. Они жирные. Они офигенно вкусные. Какой рыбонька моя. Фу, сопливый паразит. Ну, я доволен. Желаю всем всегда такой рыбалки. Удачи. Да. Вот на обратном пути провалились при переезде через ручей. Сейчас при помощи лебедки будем пробовать вытащить машину. Нашли дерево, вон оно далеко, лебедки не хватает, сейчас трос еще добавим. Так выехать без лебедки не получится. Thank you.
Да, в этом ручье постоянно такие проблемы, особенно по осени. Дерево тут изъедено тросами. Выше уже тоже цеплялось. Так что не первый раз оно уже в работе. Чо и там, миру сугесо.